Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас неимоверная красота. Сегодня шикарные турмалины от компании GemSilver. Роскошные. Начну, наверное, с самого красивого. Понимаю, что не все носят кольца такого объема, но такой турмалин можно просто хранить дома для реликвии. Посмотрите, какая необыкновенная красота. Насколько здесь вообще, во-первых, гамма, да, он весь такой прям плотного, хорошего розового цвета, достаточно ровный. Ну, видны следы роста, да, вот это вот ничего не цепляется, все прекрасно зашлифовано, и, конечно, здесь можно прям под него медитировать. И роскошные совершенно вот эти вот такие вот клочки позолоты, да, как огненные, поддерживают вот эту гамму турмалина, прям роскошная вещица. 19-й размер колечка, с тыльной стороны достаточно большой паз, и вот я его надела на 19,5, и посмотрите, какая красота. Конечно, такие вещи редкие, и, в общем, любоваться им просто можно бесконечно. Мы все охаем и ахаем около него. Посмотрите, какая прелесть, да? Дальше мы смотрим еще сразу же, тоже начну с самого такого, знаете, интересного. Посмотрите, какой роскошный здесь малиновый турмалин, идеальной практически чистоты. У нас колечко здесь, так, что у нас здесь по рисунку? По рисунку идет какая-то фантазия, не знаю что, камень зачаровывает. Прям вот... Не знаю, под каким углом вам лучше показать, что он идеально прозрачный. А, вот под каким придумал. Видите, с тыльной стороны прям идеально прозрачный. Размер кольца получается 19. Я его буду мерить на 18,5. И башенка все-таки широкая. Посмотрите, какая прелесть. И в чем прелесть? К нему у нас есть вот такой вот... Ну, думаю, к нему все-таки он лучше всего подходит. Потому что по цвету, смотрите, у нас здесь на бирочке написан гранат. Но по цвету, на просвет они работают, ну, прям очень похоже по тонам. Вот я тыльную сторону вам специально, чтобы, да, на просвет вы посмотрели. Посмотрите, насколько хороши эти два изделия вместе. Мы по-всякому их крутили. Вот, я думаю, что сейчас вам лучше всего видно. Представляете, два таких красоты. Редко можно такие вещи подобрать. Поэтому, если кто-то любит турмалины и хочет вот такую насыщенную гамму, обращайте внимание, потому что все в одном штуке. И, конечно, как всегда говорю, хочется, чтобы уехало в одни руки. Да? И теперь примеряем колечко на 18,5. Можно на 18,75. И сережки. У нас здесь, опять же, серебро с позолотой. Вот такая вот подвесная часть. И гранатик здесь, видите, работает на просвет хорошо. Мочка прикрыта, то есть если есть какие-то дефекты, проколы или мочка бывает, знаете, подрастянулась, оттянулась, то это все прикроется. Достаточно сережка широко открывается, то есть широкий прокол вполне себе подойдет, и плотная мочка уха, и высокий прокол. И по центру идет центровка вот этой тяжести, то есть не будете вы так сильно этот вес ощущать, да? И про тоненькую мочку уха тоже можно задуматься. Я говорю, роскошный совершенно комплект и не всегда так складывается. Гранат 13,65, 7 грамм на ушко, неимоверной красоты. Ой, слушайте, турмалины прям сказочные, малиновые шикарные, и желтые вообще, ой, очарование невозможно, прям всем в эмоциях здесь. Посмотрите, еще один турмалин, у нас здесь славистический орнамент, здесь, видите, переход от розового вот к такому малину, у меня прям дух захватывает, шикарные цветочки, как всегда, да, и 17,5 размер колечка, но я на 17,5 надела плотновато, но любуемся с вами камушками, я думаю, в реалиях это колечко надо брать на 17-й. Еще один турмалин, я говорю, прям гамма божественная, да, и вот, наверное, нет, вот колье пойдет к тому, наверное. Посмотрите, здесь тоже такая сочная, уж прям перемалиновая варенье, да, 18-й размер, 26,85 карата, опять же, у нас идет вот, видите, такие все-таки цветочный орнамент, да, идет растение, вот они, такие ягодки, расходятся и цепляют кольцо. То есть сами крапана у нас сделаны, видите, каким цветочным орнаментом. Неописуемая красота. И 18-й буду мерить на 17,5. Хороший по размеру, ни крупный, ни мелкий. Вот такая хорошая для Казакова золотая середина, да. Конечно, не в сравнении с первым кольцом, да. Еще одна тоже шикарная модель. Посмотрите, роскошный совершенно турмалин. У него здесь светло-малиновый оттенок, колечко 17,5. Но за счет того, что здесь есть такая полость, я думаю, сядет размер в размер. Здесь у нас уже идет просто серебряная фантазия, без всяких цветочков, узоров. Опять же, для тех, кто этого не любит, да. И здесь 22,9 карата. Посмотрите, какая шикарная вещица. 17,5 размер. Буду мерить на 17,5. Прям четко мне сел. Знаете, так удобно. Не, вот видите, оно не шевелится и не стягивает руку. Прям вот называется то, что надо. И к нему, мне кажется, вот этот турмалин, конечно, больше всего подходит к нему. Хотя здесь даже, наверное, он поярче. Вот такой кулончик. Мы специально посадили его уже
на цепочку, вы можете на свой шнурок посадить. Посмотрите, какой здесь роскошный турмалин. Тоже светло-светло-малинового такого, даже не светло, а все-таки насыщенно-малинового цвета, но не очень темного. Видите, такая прям корона, это богиня явная. И богиня в золотом оплетении с короной, и вот еще маленький турмалинчик здесь стоит. Ну, просто волшебные работы, как бы хочется их бесконечно наблюдать. Мы посадили вот на такой шнурок, а вы можете взять обыкновенный, можно каучук светлый или темный взять, да. Еще одно колечко, посмотрите, тоже прям, я говорю, турмалины сегодня замораживают. Высокое, на таком постаменте. Здесь у нас, видите, опять же какой-то вьюн оплел вот этот волшебный камень, прям хозяйка Медной горы. И здесь у нас вставлены по бокам. Не написали, я думаю, тоже маленькие, видите, турмалинчики в основании. То есть такой дополнительное украшение. 19 размер, мерю на 18,5, мне на 18,5 свободно. Надо брать на 19, все-таки перстень высокий и должен сидеть как бы плотненько, да. Еще один малиновый и переходим к желтым. Смотрите, тоже прекрасная совершенно работа. Опять же, я говорю, турмалины просто восхитительные. Посмотрите, я во все бока вам поворачиваю специально, чтобы можно было рассмотреть. Вот здесь есть следы роста, но вот рукой вот я вожу ногтем, вообще не цепляется. То есть зашлифовано все хорошо, проблем с ним не будет. Смотрите, какая красота. Здесь у нас 17 размер колечко, ну 17 прям на 16,5, тоже такой насыщенный. И, кстати, по цвету, смотрите, вот, наверное, с этим они лучше всего смотрятся, да? Представляете, какой шикарный получается комплект. Ой, камушки, камушки. И переходим к желтым турмалинам. Вот смотрите, в этом у нас есть еще по краям отголоски розового, но тоже великолепная прозрачность, вся структура роста здесь видна, и прям медитировать под него можно бесконечно. Здесь у нас кольцо без явных каких-то опять цветочных орнаментов, очень лаконично сделано, просто широкая шинка, чтобы посадить этот камушек, да, не заваливался. С тыльной стороны, естественно, мы видим, никаких подложек у нас нету, и вот этот вот овал, который дает возможность кольцу плотно сидеть. И посмотрите, как грамотно в золотистый орнамент, он поддерживает основной цвет турмалина. 18 размер кольца, 39,3 карата. И 18 буду мерить на 17,5. Знаете, на 17,5. На 17,5 мне было свободно. Надо брать на 18. И вот даже на 18,5 я его надела. Посмотрите, какая роскошная. Ну, конечно, камни, они стоят. Они завораживают. Невозможно от них оторваться. Еще одна работа. Здесь турмалин не такой крупный, но приятный медовый оттенок тоже присутствует. Идеальная практически прозрачность. Очень-очень чистый по структуре. Здесь у нас уже флористический орнамент. Очень богатая шинка. Такая, видите, широкая. Для тех, кто любит такую боковую вот работу, когда ее явно видно. Опять же, элементы позолоты добавляют ему сочности цвету. И здесь у нас 19 размер колечка. Буду мерить тоже на 18,5. Знаете, вот тоже можно взять на 19, на 17,5 мне немножко свободно, да, прям чуть-чуть совсем, вот 18,75 где-то. Посмотрите, какая прелесть. И еще два волшебства. Роскошные совершенно, поглядите, какие следы роста камня. 19 размер, насыщенно медовый такой, прям сочный, в коричневый оттенок уходит. Великолепный камень совершенно. Я представляю, как он будет искриться на солнышке. Опять же, вот так ничего не цепляется. Мы знаем, что внутри у нас вот эти остаются, да, прожилочки все. Здесь у нас тоже богатый флористический орнамент. Посмотрите, как прорисован цветочек, да, великолепно. Опять же, идут бутоны. То есть крапана все продуманы. То есть это не просто вот, ну, банальные такие крапана-лапки, которые держат, а все это вписано в такой орнамент. И, конечно, восхищают камни. И еще один тоже. Мы начинали с крупного и закончим тоже достаточно крупным. Здесь у нас еще и по бокам цветочки, видите, с турмалинами. Турмалины здесь, я думаю, что да. И опять же идет флористика, которая переплетается просто вот с таким, меня относит он немножко к таким доисторическим вещам, да, каким-то первобытным, якобы такой не совсем обработанную. То есть чтобы поддержать природную сущность камня, вот это вот золото тоже такое, да, специально не очень правильных форм, таких ломаных, изогнутых. Вот такая, вот такое очарование. 17,5, и знаете, здесь за счет того, что вот здесь большая полость, мне прям 17,5 свободновато, я думаю, на 17,75 можно его совершенно спокойно брать. Так что зарядитесь энергией турмалинов, порадуйте себя, насладитесь этой осенью.
прекрасными изделиями. А мы вам в этом поможем. Всего хорошего, и мы ждем вас в нашем магазине. До свидания.